Всем привет! Сейчас я покажу, как играть в Mortal Kombat вслепую. Играю любимым всеми персонажем Sub-Zero. Итак, запускаю игру. Итак, я иду к противнику и стараюсь ударить как можно сильнее и четче. Верчусь, кручусь в разные стороны, чтобы быстренько не проиграть. Вот так вот. И еще удар. И еще один удар. Самое главное, самому бы не помереть. Но как мы видим, у меня все получается успешно. Раунд второй. Так, мы продолжаем битву. Вот как она получает. Нужно всегда концентрироваться, чтобы слышать правильно все звуки. А иначе пропустишь за трещину. Вот так вот мы ее постепенно добиваем. Победа. Есть! Я это сделал! Кому понравилась моя игра, подписывайтесь и ставьте лайки.